модели в наши повыходили, да, граф, на прогулку, на съемку? Да, граф? Оля. Оля. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Гуляй. Котики гуляют, да, граф? Гуляй. Ко мне. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Хорошо. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Место. Сейчас мы пройдем с Рим начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода немецкая овчарка, возраст 3,5 месяца. Кличка Граф. На первом этапе заведите такой подсумочек с лакомством. И обязательно на первом этапе всей командой подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. В нашем видео сегодня также принимают участие наши модели котики. Коты являются сильнейшими родожителями для собак. В нашей школе это фишка. Хорошо, место. Хорошо. Хорошо. Гуляй. По команде гуляй, собака должна гулять. В это время можно поиграть щенком, заодно подготовиться к очередной отработке команды. Да, граф? Правильно я говорю, граф? Гуляй. Гуляй. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения. Поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке и отработайте команду рядом. Затем основные остальные команды будете подключать поэтапно. Правильно, граф, я сказал? Правильно скажи. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Сиди. По команде сидеть собака должна сидеть. Со временем время, выдержку и расстояние будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю, утренние, чем часы до кормления. Желательно на первом этапе в уединенных местах, без посторонних раздражителей. Мы сегодня проводим наши занятия сильнейшими раздражителями для собак. Это котами. В нашей школе это фишка. Подходим и хвалим щенка. Хорошо сидеть. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. То есть по команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Правильно, граф? Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Лежать. По команде лежать собака должна лежать. Со временем время, выдержку, расстояние также будем увеличивать. Существует 3 вида поощрения. Первое — дача лакомства, оглаживание. Команда хорошо. На первом этапе применяем 3 вида поощрения. Со временем навыки закрепятся, укрепятся, и будет достаточно просто давать голосовую оценку командой хорошо. Подходим и хвалим собачку. Хорошо лежать. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, граф. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Место. Команду места мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда места от сидеть, лежать или стоять? Более длительный интервал по выдержке, и собачка может принять любое положение. Сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Подходим и хвалим собачку. Хорошо место. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Правильно, граф? Рядом. Хорошо.
Рядом? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. После того, как провели дрессировку, дайте собаке разгрузку. Для собаки самая любимая команда – это команда «Гуляй». Правильно, Гра? Хорошо, рядом. Гуляй. По команде «Гуляй» собака должна гулять. В это время можно поиграть щенком, дать разгрузку, заодно подготовиться к очередной отработке команды. Обязательно на первом этапе заведите вот такой подсумочек с лакомством. Лакомство служит поощрением собаке за правильно выполненную команду. Для чего лакомство в руках? Это для концентрации внимания собаки, чтобы она концентрировала внимание свое на вас. Правильно, Гра? Ко мне. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Место. То есть это мы вам продемонстрировали начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода немецкая овчарка, возраст 3,5 месяца, кличка Граф, свою работу окончила. Подписывайтесь на наши каналы, Одноклассники, Контакты, YouTube, Instagram, Кинолог, Слайк. Будем рады помочь вам в дрессировке. Всем удачи, всего доброго. Правильно, Граф? Молодец, пацан.